лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры. Победитель Всероссийской премии «Доброволец-2018» Заурбек Цаллагов всегда рад поделиться своим опытом со всеми желающими. Сегодня он приехал в Волгоград, чтобы провести творческий мастер-класс с волонтерами культуры и вдохновить молодежь на создание новых проектов. Во-первых, у нас будет теоретическая часть, где мы расскажем, что такое цвет. Мы в этом уроке уже переходим к цвету. Что такое цвет, откуда он берется и существует ли он вообще. Дальше мы переходим в объем. Ребята собственными руками сделают определенные геометрические фигуры, из которых смогут выстроить архитектурные формы и посредством цвета взаимодействовать на них и восприятие окружающего мира. Также художник отметил достойный уровень работ учащихся в этом учебном заведении. Самым успешным проектом Заурбека стал проект, посвященный этнокультурным кодам регионов России «Родовые башни». Сегодня эта программа развивается во многих кавказских и российских регионах. Мы начали восстанавливать собственную родовую башню, у нас сохранились там руины, там один этаж от нее оставался, и вокруг множество развалин. Это историческая часть нашего горного села. И постепенно, шаг за шагом, мы начали восстанавливать, объединили много людей вокруг этого. Привлекали сперва друзей, потом друзей, и в итоге, отсеиваясь, получалась та самая команда, с которой мы по сей день работаем. Сперва нас было 30 человек, сегодня нас более 300 человек, которые активно участвуют в мероприятиях. Эта встреча организована в рамках проекта «Я добротворец» и «Доноры творчества». Эти программы плотно вошли в деятельность движения волонтеров культуры и развиваются с высокой скоростью. Стоит отметить, что проекты реализуются благодаря грантовой поддержке Российского фонда культуры. Проект «Я добротворец» зародился в Республике Татарстан. Совсем недавно к нам прилетала Гульфия Мутугулина, автор этого проекта, наставила наших ребят на добрые дела. И сейчас вот мы приступаем к активной фазе реализации. Мы приходим, собственно, в дома престарелых, приходим в медицинские, социально-реабилитационные учреждения нашего региона и помогаем детям отвлечься от, собственно, своих болезней, проблем. Вот, и помогаем организовать их досуг. То есть мы поем, танцуем, рисуем, читаем стихи, учимся играть на музыкальных инструментах. Ну вот такой у нас проект. Общественное движение «Волонтеры культуры» создано в Волгоградской области в 2019 году. И всего за 2 года проект стал неотъемлемой частью культурной жизни города. Марина Забудько, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».